Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного салата нам понадобится 300 грамм свинины, 4 куриных яйца, 4 маринованных огурца, 150 грамм сыра моцарелла, 80 грамм грецких орехов, несколько стеблей зеленого лука и 5-6 столовых ложек майонеза. Свинину отвариваем в подсоленной воде до готовности с добавлением 2 лавровых листов и нескольких горошин душистого и черного перца. Остужаем свинину в воде. Для того, чтобы свинина была сочной, опускаем ее в кипящую воду. Также для этого салата можно использовать как говядину, так и курицу. Нарезаем мясо соломкой. Гениальный салат на праздничный стол. Очень вкусный мясной салат «Принц». Безумно вкусный и красивый салат на новогодний стол. Слоеный салат без картошки из простых и доступных продуктов. Вкусный рецепт салата как на праздничный стол, так и на обед или ужин на каждый день для всей семьи. В блюдо для подачи выкладываем кулинарное кольцо и первым слоем выкладываем мясо. Поливаем 2 столовыми ложками майонеза. Равномерно распределяем. Теперь соломкой нарезаем 4 маринованных огурца. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Также для меня важно ваше мнение о салате, пишите свой отзыв в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. С огурцов отжимаем лишнюю влагу, чтобы салат не потек, и выкладываем 2 слоем на мясо. Равномерно распределяем. Отвариваем вкрутую 4 куриных яйца, остужаем, очищаем. Теперь яйца натираем на мелкой терке. Выкладываем 3 слоем на салат и равномерно распределяем. Поливаем 2 столовыми ложками майонеза. Теперь на мелкой терке натираем 150 грамм сыра моцарелла. Папа.
Выкладываем на салат. Равномерно распределяем. Восемьдесят грамм грецких орехов подсушиваем на сухой сковороде на умеренном огне в течение 2-3 минут. Затем при помощи ножа измельчаем грецкие орехи. Выкладываем на салат и равномерно распределяем. Теперь мелко нарезаем несколько стеблей зеленого лука. Посыпаем салат. И даем настояться салату в холодильнике 1 час. Затем убираем кулинарное кольцо и подаем к столу. Все гости будут просто в восторге. Улетный салат, который съедают первым. Безумно вкусный и сытный салат. На столе не останется ни кусочка. Слоеный салат «Принц» на Новый год. Если вы не знали, какой салат на Новый год приготовить, этот рецепт просто сокровище. Шикарный салат из доступных ингредиентов с богатым и насыщенным вкусом. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.